Здравствуйте, и это снова с вами мы, Мария и Наталья, волонтеры бездомных животных города Ефремова и приюта «Твори добро». В этом ролике мы вам расскажем о трагической судьбе собачки по имени Фрося. Фросю и трех ее сестренок ранним утром подкинули к моим знакомым в гараже. Девчонки росли, мы их стерилизовали, чипировали, построили им дом, большой дом, ездили, кормили, к ним привыкли все. Однажды утром зазвонил телефон, где Татьяна, знакомая, сказала, что Фросю сбила машина. Я тут же незамедлительно отправилась, забрала Фросеньку. После рентгеновских снимков мы поняли, что у Фроси перелом таза. Недели через две Фрося начала потихонечку двигаться. И буквально через неделю опять мне поступает от Татьяны телефонный звонок, где она говорит, что все, совсем все. Второй раз сбивает машину. Дважды сбила машину. Первый раз у нее был раздроблен таз, а второй раз уже, когда нам поставили перелом позвоночника с разрывом спинного мозга. Фросе не было двое суток. Она нашла ее где-то в кустах в тяжелейшем состоянии. Я, опять же, лечу на помощь Фросю в Тулу, в клинику на улицу Болдина, где нам ставят, ну, можно сказать, для собаки смертельный приговор. У нее перелом позвоночника с разрывом спинного мозга. И на фоне этого у нас Фрося заболевает энтеритом. Круглосуточное дежурство, круглосуточные капельницы, благодаря Татьяне, мне, всем неравнодушным, кто сплотился в борьбе за судьбу этой девчонки, которой на тот момент было всего 5 месяцев. Мы объединились с людьми в одноклассниках, с помощниками. Фрося пережила тяжелейший энтерит. И мы понимали, что мы не сможем. Мы не сможем. У нас нет реабилитационного центра в этом городе. У нас нет достойного приюта в этом городе. И что мы не сможем своими силами помочь Ефросине. На что один из знакомых, мальчик, который учится в медицинском университете города Рязани, был волонтером на тот момент в приюте Рязань-Зверополис, ну, рассказал историю судьбы Фроси. Девочки позвонили нам. Это было, как сейчас помню, воскресенье, 8 часов вечера. От нас до Рязани 292 километра. И Инна сказала, либо мы везем собаку сейчас, либо они ее не принимают никогда. На вопрос, почему и что нам очень долго ехать, было нам сказано сразу и жестко, что в такой ситуации важна каждая секунда. Мы с Татьяной собираемся, берем Фросеньку и везем ее в стационарный центр и приют Зверополис. Фросенька! Фрося! Фрося! Она стесняется! Фрося! 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 Я стесняюсь, все, сейчас водичку попью и залезу на матрас. А вот так она много и пьет, да? Пьет много. Много. А это с чем связано? Ой, пока... Сахара, пока, вы пока не... Пока не сказали, пока мы вот лечим. Фрося. Нет, Девочки забрали у нас Фросю. Спустя какое-то время нам сообщили и сказали, что у Фроси найдены камни в почках. Камни в почках и результат благополучной операции 50 на 50. Опять же, в группе в одноклассниках мы открываем срочный сбор на операцию Фроси. Представляете, да, это девочка, которой не было еще года, пережила в своей жизни очень много страшных неприятностей. Это перелом с разрывом спинного мозга, то есть и в клинике в Рязани двое докторов озвучили этот же диагноз и сказали, что Фроси стопроцентный инвалид. Thank you.
Фрося перенесла две операции на почках. Ей удалили камни. И самое удивительное, что наша Ефросинья на данный момент ходит. Да, она не ходит, как нормальная собака. Но она ходит, она опирается на свои задние лапки. У нее правильно поставлены лапки. И то есть для нас это было великое чудо. Это чудо, когда собака, имея разрыв спинного мозга, да, пошла. Фрося поистине настоящий боец. Борец. Это моя вторая спинальница. Но у нас есть, конечно, такой вот нюанс, что... Фросе срочно нужен куратор. То есть Фросе сидит без куратора, и эта сумма 3500 в месяц. То есть мы должны оплачивать содержание, лечение, уход Фросеньки в данном приюте. И поверьте мне, мои дорогие, я бы не обращалась к вам сейчас, да, но я настолько сложно выживала в последнее время со своими собаками, что за полгода я так и не смогла найти Фросе куратора. И если кто-то из вас, если кому-то эта удивительная девочка западет в душу, если кто-то из вас откликнется, отзовется и будет курировать Ефросинью, мы будем вам очень благодарны. Фрося по-настоящему, настоящий, поистине боец, и она заслуживает своего большого, простого собачьего счастья. А если даже кому-то, может быть, Фросенька приглянулась, мы очень будем рады, если вы подарите ей дом, теплый вольер. И вы никогда не пожалеете, что взяли себе эту собачку. Спасибо вам большое всем.